Привет, ребята! Вы живете на чудесной планете Земля, где происходит много интересного. А думали ли вы, почему меняются времена года? Я поняла это, когда увидела вашу планету из космоса. Земля вращается вокруг Солнца под наклоном, прямо как юла или курица-гриль. Из-за этого подставляет жаркому Солнцу то одну свою часть, то другую. На более близкой к Солнцу части климат теплее. А дальний холоднее. На самый верх и низ земного шара тепла попадает мало, поэтому там все покрыто льдом. Привет, ребята! Давайте познакомимся. Меня зовут Звездочка. Я прилетела, чтобы взять вас с собой в космос и показать вам необычные красоты звездного пространства. Я расскажу вам о Вселенной, и вы увидите то, что не видно с Земли. Ну что, согласны? Тогда полетели! Так выглядит ваша планета Земля из космоса. Правда красиво? Нежно-голубым цветом она сияет в темном космосе. Науке пока не известно о других таких же живых планетах. Земля находится в Солнечной системе. Такое название ученые дали потому, что 8 планет, в том числе и Земля, вращаются вокруг очень яркой звезды по имени Солнце. Солнце огромное, оно больше Земли в миллион раз. А вы знаете, как называются эти 8 планет? Я назову их. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. А возле Земли находится ее вечный спутник – Луна. Так выглядит Солнечная система. Еще с одним чудом. Это ваша планета Земля. Да-да, это действительно чудо. В огромном безжизненном пространстве космоса есть живая планета. Древние люди считали, что Земля плоская и стоит на трех китах. Великий Пифагор предполагал, что Земля круглая, но не мог это доказать. Прямое доказательство было получено только снимком из космоса.
Однозначного ответа, как образовалась Земля, нет. Есть много теорий. Образовалась ваша планета примерно 4 миллиарда 500 миллионов лет назад. Землю окружает атмосфера, которая состоит из воздуха. Это смесь азота и кислорода. Атмосфера защищает все живое на вашей планете от губительного космического излучения. Земля – это твердое тело. Большая часть поверхности Земли покрыта водой. 1/6 поверхности Земли – это суша, которая состоит из 6 материков. Евразия, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Австралия и Антарктида. Средняя температура на Земле 12 градусов по Цельсию. Самое жаркое место – Западная Сахара. Там бывает до плюс 70 градусов. Холоднее всего в Антарктиде – до минус 85 градусов. На континентах и в океанах присутствуют разнообразные и удивительные формы жизни. Ученые всех времен бились над вопросом, откуда произошла жизнь на Земле –